Этот трамвай уже второй, над которым потрудились алматинские граффитисты. Определенной темы в рисунке вновь нет. Художники придумывали сюжет на ходу. Работа заняла целый день, но руководство трамвайного парка считает, что время было потрачено не зря. Они уверены, необычные граффити на вагонах способны как минимум привлечь внимание горожан. Но я не вижу в этом ничего плохого. Просто молодые люди, которые начинают свой творческий путь, им нужно где-то выразить свое творчество. Но если есть возможность, то я им предоставила. Это вот уже второй вагон. Ради бога, пусть рисуют. Это красиво. Я надеюсь, что это все оценят, в том числе и жители города.